Дорогие друзья, уважаемые подписчики моего канала, сегодня знаменательный день. Сегодня наконец-то я запустил свой примус ZIP. Завод имени Воровского. Вот и детский примус. Вот я его покажу, чтобы вы видели. Примус точное копия немецкого Юрида времен Второй мировой войны. Полностью скопирован с этого примуса. Честно говоря, мне очень понравился. Очень компактный. Небольшой примус. Как видите, неплохо горит. Спасибо друзьям. За то, что помогли восстановить его. Алекс Шмидт, который свел меня своим другом Андреем Севастополем. Вот, после чего у вас оставалось самое главное — сделать все, что тяжело. И благодаря моему другу Гидеону, который все время помогает, и не только мне, нашим коллегам, огромное ему за это спасибо. Он наконец-то выпустил пензель для него. И не только пензель. Он также выпустил подсумку. Эта подсумка не требовала никакой регулировки. Я взял ее, привинтил. Сами видите, пламя. Пламя прекрасное. Регулировка отличная. Спасибо вам, друзья, за то, что помогли оживить этот примус. Я долго, конечно, ждал этого дня. Думал, что невозможно будет уже добиться такой работы. Но благодаря этим запчастям этот примус восстановлен. Я вам скажу, в очень хорошем состоянии. Я вам подсмотрю детали и вообще состояние внешнее, там, горелки, железа. Несмотря что он стальной, у него все отлично. В принципе, он уже столько работает, но практически не нагрелось место, где я его разжег, оно не нагрелось. Ну, ключ тоже сделал, адаптировал. Ключ от сейфа замка. Вот так. Спасибо вам за внимание. Спасибо, друзья. До скорых встреч. Вот он горит. В темноте.